понимаю на этот кран, да, на этот же самый. Мы все восхищались то, что у него поворотная башка. Я забыл то, что она была отдельной. Просто движение передается за счет движения самой головы штатива. Он противовес правильно делает и все. Теперь главный вопрос. Прослав, ты кто вообще? Костя Прославов, это тот человек, который обещал меня направить за все услуги, которые я оказывал в вашем институте. Это все, что мне надо знать? Он хороший оператор, но он работает на двух работах. У него вся зарплата. Снимаешь видео? Можно попробовать полноценную камеру сюда повесить на камеру. А что это у тебя за автограф? Давай. Дом формуляра, знаешь, такой работает. Кто еще тебе не учился? Я ходил на мастер-класс. Второе самое лучшее сочетание. Это что такое? Что ты делаешь? Документирую. А когда прекрати? До выхода клипа этого не должно быть в ВКонтакте. Все, все, пошло, да? Это как Саймон Пэк, когда читал сценарий к Стартреку, за ним стояло обязательно два телохранителя бугая, так если видишь, что никто из обыча не видел. Два охранника. Я думаю, специально подбирать таких, которые считать не умеют. Можно потом будет. Немного проверить. Что проверить? В принципе, здесь. Мне так удобно. Блять, ну иди помогай тогда, ё-моё. Заебался уже. Чуть-чуть проверить возьми. Вот, сюда заливаешь воды, ставишь эту хуйню на место и отглаживаешь себе рубашку. Заебись, я с мамой. Что тебе помочь? Поставьте из оружия в свет, пожалуйста. Сейчас, давай ее одену и там. Да, давай, сейчас. Ваня, смотри. Сейчас, подожди, проверка кадра. Рыжую, берем рыжую. Ей на серую майку, рыжая рубашка, да? Да. Ох, а я тогда в чем? Можно я буду сниматься голой? Да. Можно. Да, только Марс, пятый курс. Я режиссер. Иди сюда, Лиса. Сегодня оператор. Режиссер, я не знаю, кто. И посмотри, что у него со второй очкой. Камера видит, но на второй очке тень, нет? Помоги мне. Камера не видно второй щеке тень, хотя бы потому, что тачка не там. Тачка не там? Ок. Бумаги. Ну что, четко все? То есть в теории-то можно даже забраться на сцену, блин, стоять здесь в углу и смотреть, что видит камера. Да? В теории, да. А, зашибись, значит, я тут на сцене. Как бы это не было прикольно. Лейся песня над волнами, не грусти, не плачь, жена. Штурмовать в далеком море посылает нас страна. Штурмовать в далеком море посылает нас страна. Бури, ветры, ураганы, нам страшен океан. Молодые капитаны поведут наш караван. Молодые капитаны поведут наш караван. Мы не раз отважно дрались, принимая вызов твой, и с победой возвращались нашей гавани домой. И с победой возвращались нашей гавани домой. А этот пламя ты не делаешь. Хорошо! Молодец! Отмеченный на карте, не прочесть маршрут. Движения от тебя ко мне и от меня. Влево, а не назад. Влево. Влево.
микрофона. У нас сейчас ну, давай, перспективы все равно так стоит. Микрофон практически нет. Тимур, ты понял, вправо ты не двигаешься. Влево на исходную, влево на исходную. Если хочешь подвигаться, но ни в коем случае не вправо. Понял? Да, все. Так. Сергей, вы там? Командуйте. Отлично. Ае! Я пошла отсюда. Так, камера, мотор. Звук мотора. Только со второй половины песни, потому что второй половина первый юнит. Я не устану ждать, давно привык, что скажешь ты. Твои шаги, вся музыка не вмели, слова твои велели. И мне не нужно ждать скорее, а лучше, что внешнее. Ты мне все, я для этих мест, кто тебя бросил, рядом здесь. Я ждал тебя давно. Она всегда влюблён. Все сбывается и к сроку, но всегда не так. Я не устану ждать, давно привык, что скажешь ты. Твои шаги всех музык мне вмели, слова твои елей. И мне не нужно, чтоб скорей, а нужно, чтоб нежней. Ты не отсюда, не для этих мест, кто тебя бросил в этом здесь. Я ждал тебя давно, не удивлен, а навсегда влюблен. Для этих мест, кто тебя
себя влюблён. Я ждал тебя давно, не удивлён. Она всегда влюблён. Все, что требует усилителя, свободно. Что это было? Ну, это я.